У вас уникальная возможность сегодня пообщаться. Человек, который делится легко своими телевизионными секретами со всеми, не скрывает, отвечает на все вопросы, поверьте, поэтому можете спрашивать его обо всем. Антон Войцеховский. Чему студенты научатся после вашего мастер-класса? Ну, в моем лице они просто имеют некого такого специалиста, который прямо вот сейчас вот находится в профессии. А это значит, что они будут получать некие не теоретические знания, а весьма практические знания. На одной вашей передаче сколько человек работает? Если вообще называть всех, это будет слишком много. А если называть только, который работает непосредственно со мной, это будет человек 4, наверное. То есть это 2 продюсера, 1 режиссер и 1 графер. Но помимо этого есть еще операторы, помимо этого еще звукооператоры, помимо режиссера монтажа, поэтому это сведенные, те, которые звук сводят. В общем, народу на самом деле много. Специально для студент ТВ.